З вами Єгор Галагос, і ми продовжуємо проходити Гаррі Поттер і філософський камінь. В попередній серії ми пройшли, забрали напоминалку в Малфой, який він забрав в Невіла. Далі ми будемо проходити, зараз на даний момент ми проходимо до шукаємо лечугу Хагріда. Слітендо! Со вступления в команду по квиддичу. Новости в Хогвартсе расходятся очень быстро. Заходи. Добро пожаловать, Гарри. Места здесь немного, но все ж побольше, чем в твоем чулане, а? Сейчас я покажу тебе то, о чем я хотел поговорить с тобой. Это яйцо дракона. Но никому ни слова. Дракончик вот-вот вылупится. Чтобы дракончик вылупился, нужны огненные семена. Но я не могу оставить яйцо без присмотра. Гарри, принеси мне, пожалуйста, огненные семена. Они растут в пещерах за моим садом. Собери как можно больше огненных семян. Будь осторожен, они очень горячие. Не хватай их сразу, дай им чуток остыть. Ну, беги, Гарри.
Злітаємо! Уже есть огненные семена. Хагрид сказал не подходить к ним, пока они не остынут. Слетено!
Я з вами прощаюсь до нових встреч. Підписуйте на мій канал, ставте лайк або дизлайк.